Ну что ж, дамы и господа, всем привет, с вами, как обычно, Дмитро, и мы сегодня заканчиваем катку в Hearts of Iron IV моде The New Order за сибирскую вольную территорию. В финальной битве за Россию нам будет противостоять Союз Советских Социалистических Республик во главе с Никитой Сергеевичем Хрущевым. Но до того, как эта битва начнется, нам предстоит еще докачать одну веточку фокусов. Так что будет еще немного ивентиков оттуда. Плюс, можно покачать решение, можно набить себе людей. Как раз это будет полезно, потому что, напоминаю, Казахстан захватил именно Хрущев. Ну как же, целину осваивать надо же где-то ему. Вот, взял и отжал в гонке за Казахстан именно он. Вернулась нам карма за Красноярск. В свое время мы отобрали эту военную клику у Томичей. Примерно при таких же обстоятельствах. Иуда будет в раю. Не привлекай к себе внимания, они ни о чем не догадываются. Сейчас подними свою голову, они больше не следят за тобой. К тому же они абсолютно не знают, где ты. Почему они так странно на него смотрят? Так если они не догадываются, то почему прижимали к себе детей, проходя мимо? Он снова почесал руку, на которой была повязка. Там всегда зудело, да и он уже привык. Он быстро засунул руки в свои карманы, нащупав бумаги одной рукой и нож другой. Он сделал глубокий вдох. Все хорошо, все будет хорошо. После этих слов Саша начал задыхаться, и неспроста, ибо вдалеке, на востоке, под недовольные возгласы людей, пронеслись подразделения Черной Армии. Саше был бы конец, если бы те встретили его. Прохожие снова уставились на него. Саша остановился как вкопанный, ведь он чуть не прошел мимо офиса. «Добрейший вечерочек, товарищ! Какими ветрами тебя сюда занесло?» — окликнул его генерал, стоящий спиной к нему в глубине картотечного кабинета. Саша уколол себя лезвием ножа, все еще находившимся в его кармане. У него был приказ, он всегда следовал ему. Мужчина повернулся к Саше. «Так чем я обязан вашим визитам?» Саша молча покачал головой, все больше вонзая нож в свой палец. «Твою мать, чтоб тебя, черт возьми, почему они выбрали его для этого задания? Он даже не знал, как передать послание генералу. Он даже не знал, что в этом послании. Он лишь спросил. «Ты, товарищ Валентеев?» Мужчина в недоумении поднял свои брови и кивнул. Саша вытащил листок бумаги с посланием из кармана. «Ну давай, убей его. Расскажи ему о бессмертии вождя. Сделай это!» «Делай, что велено!» Генерал, прочитавший послание, опешил и поднял глаза на Сашу. «Кто ты такой? Зачем ты здесь?» «Сделай это, Саня! Выполняй приказ, чертова тряпка!» «Ну, ничего, товарищ Валентеев, ошибся дверью!» Продолжая, Евгения улыбнулась и положила руку Юрию на колено, как только их транспорт сорвался с места, и временами машина подпрыгивала на ямах ухабистой сибирской дороги. «Тебе не о чем беспокоиться, Юра», — сказала она, рассмеявшись. «Я почти уверена, что это по твоей части». На что Юрий отреагировал слабой ухмылкой. Он смотрел в окно, там его взору открывались бескрайние сибирские равнины. Сибирь, она такая огромная, но, по крайней мере, здесь можно найти уйму заселенных городов, но можно набрести и на заброшенные поселения. Сколько потенциала было заложено в эту землю им, когда он годы назад стоял на трибуне в зале заседаний Каннской ассамблеи. Евгения ткнула его локтем, тем самым сбив его с таких глобальных мыслей. Юрий посмотрел на нее и улыбнулся еще шире. «Ты льстишь мне, Женя? Ты можешь так же хорошо просвещать этих людей, как делаю это я». «Конечно могу», — сказала она, поглаживая его ногу. «Но, Юра, им нужна не я, им нужен ты». У Юрия от таких заявлений закрутило в животе. Выходя из грузовика в самом центре из Китимской коммуны, он не увидел приветствующих его подозрительных личностей. К нему не бежали наперегонки люди, скандирующие его имя и воспевающие его в дифирамбах. Нет, жители коммуны занимались своими делами, будто не замечая приезда своего лидера. Лишь немногие узнавали в нем товарища Голландского. Юрий почувствовал, как уголки его рта поднимаются в улыбке, ведь так редко можно увидеть настоящую махновщину в действии. Для него было огромным удовольствием наблюдать за людьми, живущими своей жизнью, без всяких ограничений или приказов центральной власти. Но Евгения нарушила эту идиллию. Она попросила людей уделить им с Юрием внимание.
толпа любопытных зевак вокруг начала разрастаться. Тем временем Юрий немного закусил губу, чтобы удержать улыбку на лице, а долг зовет, ведь это была только одна из первых коммун, которую они посетили. Он был еще тем болтуном, но несомненно, они увидели махновщину во всей ее красе, на всех остановках, которые они делали. И это того стоило. «Товарищи, да что ж вы знаете о нашей идеологии?» «Я выдуман напрочь». Юрию казалось, что тюрки в Министерстве экономики – это самые незначительные и глупейшие вещи, которые можно было встретить, по его личному опыту. Перебирая письма, он смеялся над наиболее выделяющимися. «Что я хочу сказать, Вадик, твое сомнение насчет возможности для экономического процветания Куржина просто неприемлемо. Станислав, я сдам вас в дурку, если вы и правда думаете, что инцест среди сельского населения имеет потенциал в подъеме демографии. Это так же, как и сказать, что люди будут голодать во время сборов хорошего урожая». Казалось, что чиновники в Министерстве экономики только и могут что спорить за то, какой город получит большее финансирование. В этом Юрий был почти полностью уверен. Почему они не хотят помочь в развитии и более мелким поселениям? Вместо сосредоточения на больших городах, они могли бы помочь сельской местности и маленьким городишкам в необходимом рывке в развитии, дабы уменьшить разрыв между первыми и вторыми. В таком случае и малонаселенные коммуны могли бы наполняться людьми и расти еще быстрее. Эти городища не должны затягивать в себя большие количества средств из бюджета в свои бюрократические черные дыры. Как же я устал от всего этого дерьма. Так, ну ивент с дебатами я зачитывать не буду, потому что тут довольно-таки спорные вещи обсуждаются. Ютубушка по лбу мне стукнет за это. На стоп-кадре почитайте. Без меня, товарищ Голонсков, я думаю, что вы едва ли сможете поспорить с моими доводами. Одетый в элегантный пиджак мужчина наклонился и взял со стола, заваленного бумагами, пухлую папку. Развернув широкий ватман с экономическими расчетами, он прочертил пальцем на нем воображаемую нисходящую линию. «Взгляните сюда, мы можем наблюдать тенденцию общего спада нашего промышленного потенциала после отказа от рыночной системы. Я думаю, было бы неразумно отказываться от экономической системы, сделавшей США мировым гигантом лишь на идеологической почве». Ассамблея разразилась недовольными возгласами. Заседатели вскакивали с мест, перебивая друг друга в попытках осмеять и оскорбить говорившего. Голонсков быстро записал что-то в своем блокноте, жирно подчеркнув написанное. Хлопнув ладонью трибуну, Юрий призвал ассамблею к тишине. «Ну же, товарищи! Нельзя доказать что-то пустыми оскорблениями!» Юрий развернулся к выступавшему с докладом. «А вы, придется признать, убедили меня в том, что капитализм работает. Однако, я изъездил эти земли вдоль и поперек и видел ужасающие его последствия. Поэтому, разрешите заметить, капитализм работает, но лишь на капиталиста». Этот спор мог продолжаться вечно, и, откровенно говоря, Голонсков был совсем не против этого. Увы, ассамблея его любви к долгим разговорам не разделяла. Да, несовместимые вещи. И это был последний фокус, и, следовательно, последний ивент, если не появится еще каких-то по, собственно, самой игре. Так что вот так вот через месяцок начнутся приготовления к финальной битве. Итак, началось. Хрущев объявляет нам воевашку, и мы выступаем. По всем фронтам будем лупить их дивки. Важное замечание, что у нас приблизительно на треть больше солдат на поле боя. По этой причине я думаю, что Хрущева мы раздавим. И финал будет не такой жесткий, как был, к примеру, между Гумилевым и вольной территорией. Когда мы гоняли, конечно же, за Гумилева и его Евразию. Неясное будущее впереди у Ирана. Да, но тут я подозреваю, чисто автопланом можно зарешать. Мне казалось, будет жесть какая-то, но Хрущев ни одной дивки дополнительной не обучил за оставшееся время. Просто забил болт. Единственное, в чем я могу сам себе помогать, это котлы придумывать. Люблю котлы. Но пока, я думаю, смысла особого нет. А здесь что сидите? Ничего не делаете? Отвлекаете, что ли? О, кого-то вообще в ноль вынесли. Уже совсем скоро прибудем к Тюмени. А это их столица, напоминаю. Приказ 44. Странные новости пришли из Токио, по крайней мере,
только те, которые иностранные корреспонденты смогли сообщить и вообще хотя бы получить. Поступали сообщения об убийствах и роскомнадзорах нескольких видных японских политических деятелей, в том числе самого основателя партии Ассоциации помощи трону Фуминаро Коноэ и министра-хранителя печати Японии Коити Кидо. Связаны ли они с великим заговором в Японии и Китае, еще предстоит узнать. Следует отметить, что тайный совет назначил Киси Нобусука новым премьером Японии. Киси захватил власть после попытки военного переворота против парламента и пообещал восстановить стабильность и мир в империи любыми возможными способами. Однако также ходят темные слухи о том, что дьявол Сёва пытается реализовать ту самую систему, которую он кропотливо поставил в Маньчжоу-го. Дьявол Сёва встает из ада. Прикольно, мне показалось, что нету фокусов. На самом деле они есть. Такие вот фокусы у дьявола Сёва. Но это нас не касается немножко. Так что, в любом случае, нас интересует сейчас поход на Тюмень. Тюмень должны захватить как можно скорее. Да, все, Тюмень наша. Уже 177к полегло. Врагов у нас только 20. И это при том, что я, по сути, ничего ручками-то и не делал. Ну, кроме как раз-таки похода вот этого. Тюмень. Дивизии по 20-ке ширины. По этой причине я сейчас покажу основной шаблон, самый основной. Почти все укомплектованы как следует. Времени на это давалось вполне себе много. Да, единственное, не хватает там противотанковых вещей. Ну, в принципе, и ладно. Сейчас я еще под бафами побуду, чтобы они совсем все офигели. А, вот, кстати, и на югах потихоньку пошла движуха, но ограниченная. В принципе, да, наверное, смысла особого на югах конкретно сражаться нет. Лучше гнать их до самых западных границ. В некоторых местах они по миллион человек тут держат. И там, конечно, нам тяжеловато приходится. Но так или иначе, уже до Тагила дошли. Это значит, что уже потихоньку пересекаем, готовимся пересекать Урал. Да, Печора это уже за Уралом, что наши мотодивизии вполне себе смогли оформить этот переход. И это самое главное. Ой, ой-ой, тут у меня всего одна дивка. Давай-ка вот чего попробуем сделать. Попробуем все-таки в котел смочь. Если повезет, будет здорово. Если не повезет, я все пойму. Так вот, попробуем объехать их. И потом ша, моя деточка. Ага, отлично. Просто замечательно. Так что котел оформили. Под Пермью, к сожалению, не повезет. Там вообще какая-то бомж-дивизия нам противостояла. Так что, увы. Грустно, печально, но факт. Ну, три дивки сварили. У них уже 43 осталось. И по капитуляции совсем уже близко. Скоро все будет. На югах пока ничего не делаем. В Иране там продолжаются батлы какие-то жесткие. Надо будет альтернативщину снять по поводу Ирана. У меня модельки как раз есть. Но сперва... Сперва надо оживить образовательный канал. Там молчание достаточно долгое. Там парочку выпусков выпущу, и, может быть, тогда об альтернативщине подумаю. Так, между тем уже потихоньку к Казани подходим. Потихонечку, полигонечку. А, столица-то у них, кстати говоря, в Куйбышеве. То бишь, в Самаре. Можно одну... Ой, одну. Две дивки сразу. Ну, кстати, вторую дивку тоже можно отправить на всякий случай. Потому что тут врагов может оказаться достаточно много. Да, они сейчас, наверное, пойдут за нами. Взяли отрадный. На всякий случай тут упреждающую атаку проведу. И Куйбышев забрали. Почти лям потерь. Настоящим духом Советского Союза обладает армия Хрущева. В битве с относительно слабым соперником. Потому что все-таки на бумаге мы должны быть слабым соперником. Как-никак сибиряки. У нас мощности должны быть слабее, и с людьми у нас должно быть чуть-чуть печальнее. Но все-таки почти миллион человек профукал Никита Сергеевич Хрущев в этой кровавой бойне. Так, а дальше у нас в программе Казань.
А Казань... Нет, Казань не столица. Столица там где-то на севере какой-то город. Вряд ли мы до него уже дойдем. Мы когда за батюшку Мене играли, тоже ведь дойти не смогли. Не успели. Тут, кстати, можно походить, погулять. Вот так, примерно. Уставить котел. Ну-ка, стой. Ты не пройдешь! Ой, шик. Просто красота сейчас. Получится у нас. Да. Это вынос. Казань еще не взяли. Но сейчас уже в самом скором времени возьмем. Подожди, а что Алексеевку не берете? Там всего одна дивка. Казань забрали. Так, ну миллион потерь надо бы им набить. Это дело чести. Получим ачивку мою личную. Дух Советского Союза. Помочь Хрущеву достичь миллионных потерь в битве со слабым противником. Еще Слободской захватим. Слободской какая-то важная, что ли, точка? А нет, нет, она не кружочек. Это Рыков у нас кружочек. Рыков кружочек, Рыков важная, приважная точка. Вся наша жизнь игра. Сейчас игру мы и захватим. Тут какие-то вражины еще ходят. Надо это иметь в виду, продавить их. И это должен быть конец для двух дивок. Быстрые маневренные мотки отправим на ликвидацию тут пробелов, образовавшихся. Угу. Все, отлично. 992к при 95% капитуляции. Тогда на югах мы тоже что-то попробуем тут изобрести. И все, ачивка успешно выполнена, моя личная. 55к потерь мы понесли, а Советский Союз уже 1 020 000. Я какой-то рекорд, наверное, поставил в этом моде только что. Там еще потери сейчас понеслись. Надо почаще мониторить тут. И это при том, что я даже каких-то особо поразительных умственных способностей не использовал. Я почти все автопланом-то тут порешал. Ну, котлы только придумал, да? Искусственно. Руками своими. И, к сожалению, не успел, наверное, я посмотреть. Да, это конец. Там уже, я думаю, где-то 1 000 000 и... Или 50 тысяч, или 100. От 50 до 100. В конечном итоге потерял Никита Сергеевич Хрущев. И это конец. Проведем по красоте интеграции. Италия овладела ядерным оружием. Сегодня итальянское правительство объявило об успешном испытании в Сахаре. Но это мы, по-моему, читали когда-то. Но остается еще негласная проблема Германия, но это не проблема на самом деле, потому что кровавый Фердинанд тут в сферический вакуумный аутизм засел. Он уже ничего страшного из себя не представляет. Резня на Виафане. Новая кровавая глава была написана в мрачной истории, которую многие стали называть свинцовыми 70-ми. После нападения на улице Фани в Риме, унесшей жизни 5 телохранителей, Альдо Моро, известный политик и один из ключевых строителей итальянского перехода к демократии, был похищен неизвестными вооруженными людьми и увезен в неизвестном направлении. Похитители пока не выдвигали никаких требований, но абсолютно очевидно, что они являются членами одной из многочисленных экстремистских группировок Италии. Известие о похищении было достаточно, чтобы повергнуть всю итальянскую политику в полнейшую панику. Уже сейчас в лихорадочном темпе идут экстренные переговоры между политическими партиями, правоохранительными органами и даже королевским двором. Все спорят, как реагировать на происходящее. Что еще хуже, того факта, что какие-то негодяи смогли провернуть столь впечатляющую акцию средь бела дня, было достаточно, чтобы еще больше распространить паранойю. Неужели всему этому не будет конца? Альдо Моро пропал таким образом и пришел к власти Фанфани. И у него, так подозреваю, тоже свои фоксы, причем наполовину переведенные, что интересно. Национализации появились, так что можно с чистой совестью объединять нашу... Родину. Иран все еще не закончил свою воевашку, но скоро, я думаю, закончит. Итак, тыкаем воссоединение. Та-дам! Российская вольная территория. Целая страна под голландсковщиной. Будет аналогия такая с махновщиной.
Во времена объединительных войн Россия испытала почти все возможные правительства и идеологии многочисленных мелких государств, но, наверное, один из самых неожиданных кандидатов преодолел всех соперников. Анархизм. Так и быть, назвал разочек, потому что и так в безопасный режим YouTube все серии загнал, я на него обижен. Начавшись как неорганизованное ополчение в сибирской глуши, сибирская черная армия все больше росла в силе и размерах, побеждая всех, кто хотел посягнуть на свободу их народа, объединив территории от Онеги до Камчатки. Большинство экспертов полагали, что анархистское правительство не способно стабилизировать ситуацию в России, не говоря уже о контроле над территорией, охватывающий два континента, но сибирская черная армия принесла не только мир русскому народу, оставаясь верной своим принципам. Она создала российскую вольную территорию. Поистине эгалитарное общество, в котором крестьяне и рабочие принадлежат самим себе, свободны от каких-либо ограничений и находятся под защитой черной армии. Похоже, мама-анархия любит своих сыновей. Под анархистским духом я подразумеваю то глубоко человеческое чувство, которое стремится к всеобщему благу, к свободе и справедливости для всех, к солидарности и любви между людьми. Ни богов, ни господ. Так. И что самое интересное, не возникло закрывающее окошко, может быть будет эпилог какой-то. А вот это фейл, настолько эпический фейл, насколько вообще возможно. Потому что я подозреваю, это как раз ивент-эпилог. И он не то что не перейден, он даже не отображается. Но поскольку у нас с вами все-таки подробное прохождение, я специально зашел в файлы оригинального мода. И сейчас попробую вам прочитать, о чем там все-таки шла речь. Итак, «Хлеб завоеван». Юрий Голонсков набросал название. Он всегда чувствовал глубокую привязанность к письму с юных лет. Откуда это? Он не мог ответить. То, как его ручка танцевала по бумаге, говорило ему, что он одарен, что письмо – его призвание. Юрию нравилось думать, что если бы он не был революционером, он был бы писателем или поэтом, но он не был уверен. Хотя он задавался вопросом, можно ли отделить идеологию от поэзии. Разве каждое стихотворение, каждая история не означали авторство? Окно, в которое другие могут заглянуть внутрь, но никогда не ответить. «Свобода найдена. История русского революционного движения». Юрий набросал еще одно название. В этом и заключалась его проблема. У Юрия были идеи, которые крутились в его голове, но он изо всех сил пытался собрать их, чтобы обрести смысл. Как он собирался объяснять свои мотивы другим, если он не имел для них смысла? «Товарищество». Коротко и просто. Название показалось подходящим. Юрий вспомнил самые влиятельные произведения прошлого века. Книги, поставившие мир на колени. «Mein Kampf», «Империум», «Коммунистический манифест». Это не была бы его книга. Нет, сочинения Юрия обещали протянуть миру руку и помочь ему подняться на ноги. Юрий положил ручку на бумагу, вдохновленный внезапной волной вдохновения. Это тавтология какая-то. Слова начали вытекать из его ручки, пока вступление наконец не было закончено, и Юрий прочитал его про себя. Глава 1. Рабочие и женщины Канска. Нажимаем на кнопочку, и на этом все. Конец. Кто слушал, молодец, кто не слушал, тому, по традиции, бан. И множество титров. Thank you for playing. Давай посмотрим перед, собственно, окончанием катки на наши показатели. Ну, начнем с того, что глянем людей. Общее население страны 62,31 миллион. В главе угла все еще Сибирский совет, но все мы прекрасно знаем, что хоть и показано, что правит совет, негласным лидером этого движения является Юрий Голонсков, который мне очень-очень-очень понравился. К сожалению, он в реальности был далеко не таким, что ли, эпичным деятелем, и отъехал он примерно в это же время, потому что он был инакомыслящим диссидентом. Где-то в Мордовии он находился на принудительном труде и отъехал. Итак, законы. Однопартийное государство. Это, конечно же, в корне неверно, потому что у нас понятно что. Мы против государства. Религиозная политика секуляризм.
Права все профсоюзы разрешены, иммиграция открытые границы, рабство запрещено, общественные собрания разрешены, пресса свободная, выборы всеобщие, беженцы, дайте нам свою бедноту, призыв только добровольцы, женская служба полное равенство, военный надзор без надзора, военная подготовка базовая, служба меньшинств, насильственная интеграция и освобождение от призыва, конечно же, его нет. Экономические законы. Экспорт в приоритете. Так, регуляция экономики, частичная мобилизация фабрик. Налоги средние. Сам по себе налог плоский. Минимальная оплата труда хорошая. Часовой рабочий день 8. Детский труд запрещен. Пенсия приемлемая, субсидий нету. Соцзаконы. Приемлемые регуляции безопасности, общественное здравоохранение, экология не контролируется, образование государственное, в тюремной системе телесные наказания разрешены, ЛГБТ в обществе, слава пацифике, принято, права женщин, половое равенство, права меньшинств равные, так, и полиция, правоохранительные органы. Также, что у нас по соцразвитию? Образованность — это начальная школа, исследования, современные исследовательские центры, очень неплохо так мы продвинулись, но, конечно же, благодаря нашему народному атомному оружию. Сельское хозяйство, массовая механизация, бедность 15-25%, не так много, как было при Гумилеве. Промышленные инструменты, фабричные комплексы. Так, квалификация рабочих, инновационная передовая промышленность, профессионализм армии, сердитые ветераны. Увы, ах, и ядерный арсенал. Страна вроде как не ядерная, но в то же время и ядерная, потому что все-таки какое-то атомное оружие мы придумали, пусть и не такое сильное и разрушительное, какое хотел товарищ Голанцков. Возможно, кстати, это связано с тем ивентом. Помните, был ивент, когда Голанцков посетил какой-то завод, и там люди сказали, что мы хотим, чтобы оружие ваше было не шибко разрушительным, чтобы оно просто так, для припугивания имелось, да и все. Вот может поэтому так и получилось. Все. Thank you for playing. И на этом я с вами прощаюсь. Да, к сожалению, мало просмотров наберет эта катка из-за того, что YouTube она не понравилась. Там с самого начала жесткие вещи всякие фигурировали. Кое-что из этого зачиталось в начале. Я слишком поздно на это среагировал. В итоге вся катка пострадала по просмотрам. Но сами можете посмотреть, вот как, к примеру, в Кайзере просмотры идут и как идут здесь. Тут такая беда, что не сама катка людям не нравится, потому что по аналитике я могу все это проследить. А именно, что просмотры душатся с самого выпуска видео. Начинается бодренько, там набирается первые 50, допустим, а потом тормозится резко. А вот с другими, так сказать, миролюбивыми катками, хотя в скобочках нет, у нас там мировая вообще война идет в том же Кайзере. Там сразу, после 50 сотка, после сотки 1000 и так далее. За несколько часов может 2000 набрать, как я показал вам сейчас. Но так или иначе. Вот эта катка мне понравилась вообще больше всех, наверное, из сыгранных в данном моде. Даже больше, чем за батюшку меня. Хоть та и была моей дебютной, а дебютная катка всегда оставляет максимально положительные впечатления, если мод хороший. Поэтому я даже подумываю над тем, чтобы после парочки обновлений вернуться отыграть путь деспота. Как раз меня в комментах просили очень. Но до этого все равно будет долго. Как я уже сказал, несколько обновлений. Это где-то зимой, наверное. Или следующей весной. Вернемся в вольную территорию и посмотрим другой ее путь. А на этом я откланиваюсь. С вами, как всегда, был Дмитро. Подписывайтесь на мой канал, где все делается с душой. Ставьте лайки, если вам катка понравилась. Обязательно своим друзьям, знакомым рассказывайте о том, что тут дядя подробно проходит Тын и Оза, всякие различные фракции, кому интересен этот мод, пусть обязательно заглядывают, чтобы мы смогли дать бой безопасному режиму на YouTube. Всего доброго, увидимся где-нибудь еще, и помните, что все самое интересное еще впереди.
Thank you, guys!